Были ли вы когда-нибудь в Пизе, на площади чудес, на которой стоит Пизанская башня? Строительство башни – автор проекта «Бонано Пизано». Строительство башни велось 3 этапа, начиная с 9 августа 1173 года и с двумя длинными перерывами, продолжительность почти 200 лет, до 1360 года. В 1564 году в Пизе родился Галилео Галилей. Были ли вы здесь и когда? И хотели бы здесь побывать? Стоять и так не получится.